Работа без выходных и праздников. Эти молодые бычки требуют чуть ли не круглосуточного контроля. Им едва исполнилось 4 месяца. Внимание нужно уделить каждому, а их в хозяйстве у Руслана Хабаху 750. Животноводство, никуда не отлучишься. И никаких выходных, никаких погодных условий, никто никаких дел не играет, потому что животные надо чистить, животные надо 2 раза кормить, поить. Это очень ответственно за животными ухаживать. Заниматься животноводством фермер начал еще в 2005-м, а разводить крупный рогатый скот стал лишь несколько лет назад. Сегодня это не самый популярный вид бизнеса у кубанских крестьян. Чтобы животное выросло, придется ждать, а чистая прибыль с одного быка составляет не больше 3500 рублей. Желание зарабатывать сверхприбыли на пшенице и овощах привело к тому, что в крае наблюдается перекос в сторону растениеводства. Глава региона, который посетил сегодня ферму, убежден, ситуацию нужно выравнивать. Как говорится, из песни слов не выкинешь, так и вот крупнорогатый скот из сельского хозяйства. Да. Это грандиозная ошибка, что мы сегодня пытаемся его как-то убрать из этого цикла, из этого оборота, что само по себе оно неправильно и для жизни, и для экономики села. Для вас не составляют экономику в целом? Я очень глубоко убежден, что земля без животноводства – сирота. Так. И животноводство, да, больших денег в мясном скотоводстве нету, но очень необходим и все равно нерентабельно. Фермеры, которые начнут заниматься крупным рогатым скотом, смогут получить до 3 миллионов рублей. Меры господдержки озвучивают уже на встрече с аграриями. Это долгосрочные инвестиции, но они принесут куда больше выгоды, считает Вениамин Кондратьев. И в первую очередь в сохранении плодородия кубанских земель. Не менее приоритетное направление в развитии сельского хозяйства – закладка садов. Фермерам предлагают компенсировать 90% затрат. Медицинская норма яблок, то есть фруктов и ягод, 100 килограмм на одного жителя. В России 150 миллионов, 15 миллионов тонн необходимы. Сельхозорганизациями Российской Федерации выращиваются 900 тысяч всего. Поэтому в этом направлении важно. И в следующем году меры государственной поддержки, они будут увеличены. Просто сказать, возьмите, занимайтесь садами, это просто будут слова. Есть ли к нам программу создать малый сад, программу, и по 3 гектара, кто начинает делать стартап, то есть из фермы, чтобы они поверили в сад, поверили, сколько он приносит прибыли и что это такое вообще сад, вот 3 гектара всем субсидировать. Минсельхоз Вениамин Кондратьев поручил разработать региональную программу, по которой фермеры смогут получать субсидии именно на закладку небольших садов. Тем временем рентабельность подсчитали уже и сами аграрии. Выращивать яблоки оказалось даже прибыльнее, чем пшеницу. Земли больше не становится, а выгоднее использовать свои ресурсы, в том числе и земельные, можно при помощи садоводства. Ну вот я сегодня приводил цифры. Прибыль с гектара колосовых составляет 17 тысяч, а с гектара сада 300 тысяч вот, за последние 4 года. Свободной земли в крае сегодня действительно не так уж и много. Об этом говорят и краевые власти. А значит, просто нельзя допустить, чтобы в регионе гектары простаивали заброшенными, требует губернатор. В то время как многим фермерам просто негде пасти коров или дальше развивать свое хозяйство. Система должна максимально работать так, чтобы земля явно была в обороте. А не где-нибудь и для кого-нибудь. Если она будет максимально в обороте, не будет ничего свободного и прозрачно, и правильно, и не будет возмущения у людей, потому что все будут видеть, что все прозрачно. Земельные вопросы на сегодняшней встрече казалось единственное, что тревожит аграриев после субсидий. Но ни о каких несправедливых распределениях или спорах уже не звучит. Все больше говорят о достигнутых результатах. Сегодня фермеры обрабатывают больше 1 000 000 гектаров земли. За ними треть зерна и молока и больше 90% картофеля. Это реальные достижения аграриев, которые готовы работать, а не участвовать в политических играх. Хозяин ищет способ, чтобы достичь результата. А вот не хозяин ищет причину. И когда на земле есть хозяин, не мне и не нам повезло, земле повезло. Фермерство – это подушка агропромышленной безопасности нашего края. Потому что сегодня полки от импорта освобождаются. В том числе и продовольственные, и продуктовые. И сможете ли вы их занять своей продукцией, целиком зависит от вас. Важно, вот, чтобы вы смогли реализовать и реализоваться в сегодняшнем дне. Поэтому здесь нельзя мешкать, здесь нельзя растеряться. Здесь нужно быть агрессивнее, быстрее врываться и занимать эти полки.
Способ сбыть свою продукцию многие фермеры уже нашли. Аграрии пошли по пути объединения в кооперативы. Собственные цеха по переработке и реализации продуктов в магазины торговых сетей – это то, что удалось достичь всего за 4-5 лет. Мы построили молзавод, поставили комбикормовый завод, людей привлекли. То есть все начиналось с нуля, с чистого поля. С землей проблемы решали свои. То есть очень много. Представляете, с нуля достичь вот такого уровня, что продукцию продают в супермаркетах среднего класса. Без участия в кооперативе полноценно интегрироваться в рынок сегодня довольно сложно. Для сельхозобъединений краевые власти тоже предусмотрели гранты. На эти цели выделили около 300 миллионов рублей. Но, как напоминает глава региона, главным условием любой господдержки остается эффективность фермерских хозяйств. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Тимашевский район.